Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с режимами монополии корпорации и случайные деревья технологий. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. Всем остальным жеужикам приятного продолжения просмотра. Предательство инка не прошло. Ой. А вот это больно. Сейчас я этого удалю. Блин, минус 19. Кажется, эту каравеллу убьют. Неужели мне не на науку читать проекты, а на деньги? Ученого. И кто этого ученого забрал? Кри и Инк. Это интересно. Кстати, флотоводец, две случайные технологии. Я бы его тоже забрал, потому что это дает возможность еще те следующие открыть очень быстро. Кстати, а где мы тут космопорт будем ставить? У нас только вот здесь. Я даже не буду вырубать пшеницу, просто бахну на нее потом. Ну что, Мали там дальше благополучно отбивается? Да нет, у меня два города забрали. Чё, Инк, ты воюешь с ним? Ядерку кинуть? Ну, у меня нет юнитов. Окей, тогда скажешь, куда кинуть. Блин. Я бы все-таки союз заключил с Мали. У меня тут очень неплохие караваны идут. Мали предложение. Еще одно. Ну, что-то.
8, минус 9, вроде. А ты ее точно используешь, да? А, блин, полуниш не моя. Тут не могу убрать. Нафига я в Махенджо-Даро отправил? Вместо на производство. Непонятно. Ну, короче, сайт глюканул, а мне пришло типа подтверждение с Никсона. Инк предложение кинул мира. Инк и Германия предложение. Немец Союз. Инк предложение. Так, там что-то у шотландца есть какие-то помада какая-то. То есть шотландец и француз вот здесь.
То есть мне их с шотландцами просто можно не бояться больше. Что он там ядерку кинет, еще что-то. Я не уверен, что я буду прям в немца бросать, будет зависеть от того, насколько он летает. Шотландец предложение. Он ничего не открыл, он только космопорт построил, но ничего дальше не открыл. Так, я здесь космопорт строю. Так, отлично, все отправили. Угольное. Ну, делаем космопорты. Везде. Мне уже не наука нужна, а именно космопорты. Не, 26. 26 это долго. Тут, кстати, можно строителей. Я походу, а еще только и Янь, и Ухань остались необращенными. Ну и норм. Так, никаких нормальных, я смотрю, ни инженеров, ни писателей. Да, кстати, флотоводца я думал набить. Ну тут, собственно, надо тоже уже делать космопорт. А вообще где-то космопорт ставится? Кстати, это реально единственные места, где я могу польдеры построить. Ты не знаю, правда, на рифе еще. Вот тут может польдер, если бы, ну, влияет риф или нет. Так, я в темный век упаду. Две термоядерки. У меня как бы вот тут ускорялки где-то открыты. Мне кажется, они должны быть здесь. Давайте вот так пока сделаем. Потом, скорее всего, так. Не ставится космопорт. Ладно, бахаем. Космопорт.
Не, 17 это что-то долго. Давайте инвестиции в центр коммерции чисто ради денег. Тут можно потихоньку апгрейдить в ЗРК. Я думаю, мне уже не нужна. И тут наука тоже, и эти рабочих. Так, что у нас с углем? Это, кстати, далековато от Сан-Диего. Сильно? Ближе к тебе, чем к Сан-Диего. Инк предложение валивается в темный век, и вот эти ребята будут стараться улететь. Ой. Это жесть, две яйца. Да, вообще. Ну, спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Взяли, разбомбили Мали. Просто на ровном месте. Ни за что. Че, Инг, ты будешь забирать остальные города? Ну, наверное, буду. Еще хотел нам ядерки тут прислать, понял? Не знаю, может они сломали опять что-то? Зелька, да? Ладно, у меня тоже конечная, надо было давно уже сдаваться. Всем спасибо. Спасибо за игру. Спасибо. Это Француз и Мали вышли. Нет, морская плотина точно не нужна. Да, блин, ладно, престиж. Блин, там инк все на улет позабирал. Слушайте, я скорее даже в инка скорее буду бросать. У меня еще один на престиж, блин. Инженер. Прикол. Так, ну... Собственно, у меня нету ни одного ни ученого, ни инженера на улет. Я бы забрал этого флотоводца, наверное. Хотя, зависит от того, что тут у нас за умными материалами будет. Ну, забрал бы за религию. То есть я хочу держать подводные лодки. У меня две термоядерки есть, если что. Но Инк даже космопорт не построил. Инк, ты дружбу принимать не будешь? У кого? Я вот тебе кидаю дружбу. Кто? Кри-кри. Я же сказал, нет. Блин, Кри-кри это был герой Элены Ребята.
Вы-то молодежь не знаете. Да, к сожалению, не знаю. Да не, к счастью, говняный сериал был. Так, поехали. Ну, два хода даже без всяких этих. Слушай, у меня там очень офигительное производство. Давайте тут тоже на флотоводца. Блин, ну я бы забрал этого парня. То есть случайные техи, причем... Исходя из того, что у меня практически все открыто, а что не открыто, то ускорено, то это либо силовые ячейки и тут что-то. Я бы... Давайте, слушайте, я его сразу заберу. Я его точно хочу. Следующий флотоводец, например, хуже. Следующим ходом мы его используем. Я становлюсь хостом. Летом отвалился. Инк, ты успел хоть сколько-то урана насобирать, пока у тебя Кале отвалился? А, успел, слушай, 21. Норм. Так я его сейчас еще 10 насобираю. Да, это, конечно, Мали не повезло, что немец... Ну, точнее, как не повезло, он зря просто полетел. То есть он зря начал отправлять... Опять же, никогда не спешите так. Постройте космопорты, когда вот уверены уже... Я, конечно, тоже не уверен, что тут на меня не нападут. Но я хотя бы ответочку смогу кинуть, и будет аннигиляторная пушка. Не знаю, не нужно мне эти корабли, их точно апгрейдить не буду. Ну, тут польдер. Немножко польдеров построю. Не вижу, почему бы благородным доном не построить себе немножко польдеров. 4-3. Повырубаю тут лес. Построить, может быть, как-нибудь смогу побыстрее. Космопорт там тоже сделать и ускорять. Слушай, здесь я тут престиж улучшил. В Чэнду. Может мне тут сделать этот? Хотя... Так, ну что? Давайте посмотрим, что он у нас ускорит. Умные материалы. И силовые ячейки. Нет, так умные материалы, и так, они и так были открыты уже мной. Такое ощущение, что он одну только ускорил. Ладно, в любом случае, ускорялки здесь. Я даже в них выйду раньше, чем
Я запущу проекты все. Но... Голландия. А это ко мне? Или нет? Это не... Это зависит от того, кто на меня нападет. Если ты спрашиваешь, иду ли я на тебя нападать, то нет. Но если вдруг... У тебя что-то... Кстати, случай, в твою сторону парочку отправлю. Да они вообще не против. Ну, а рок-группы пошли. А что там, кто-то может культурой победить? А, у нас... Так у нас немец культурой пытается, ребят. Ну, я думаю, это такое себе. Не знаю, написано через 68 ходов победы. Ну, это всегда так, когда концерт проводишь. По факту у меня всего лишь 300 туризма вход. Всего лишь. Да, мизер. А, ну вот Инг предлагает дружбу. Он думает, что у него за счет его плюс 100% и... ну, у него много на великих людей. Я точно с ним не хочу воевать. У него 750 плюс 100% и 1500. То есть он два последних, наверное, может сразу сделать. Плюс 100% у Кри... Но у него тупо нету производства, я считаю. То есть я все равно боюсь больше всего немца, потому что у немцев всегда есть производство. Но, извините, у меня Амстердам офигительно производственный. 180. Это, ребята, круто. 180. 150 уже круто, а то у меня 180. Но вот нету скорости, да. Но, опять же, смотрите, смотрим на Инка... Он не открыл, он только нанотехнологии вот тут открыл, да? Он еще даже это ничего не открыл. Немец умные материалы не открыл. Но у немца есть, по-моему, тоже для великий человек для ускорения. Но вообще больше всего великих людей на улет именно у Инка. Именно поэтому я и не хочу с ним воевать, на самом деле. Я что-то по ощущениям, что я быстрее должен улететь. Не, слушайте, что-то нету ничего у немцев. 20%. Ну, 20% это не прикольно. Ну, это такой приятный бонус и все. Ин или не мешай, или захватывай плюс Париж. Плюс 100% у Кри и... Да ты только мешаешь. Я краблю его. 1500 и 700. Ну, то есть это два проекта последних, Инк. Но ему для этого надо сначала первые построить. Или там сразу он как-то сделает. Не знаю, я считаю, что я все-таки раньше улечу. У меня такое ощущение. Даже культурный союз. Шотландия. Что? Говорю, даже диверсия союз. На производстве. Да, а давайте, нет? Наверное, нейтрализовать губернатора. В столице было бы круто строить. Кстати, а давайте мы тут купим действительно рабочего.
Даже, наверное, в... Нет, подождите. В Амстердаме все-таки. И поделаем вот эти вот купола. Не набьем все купола, а поделаем. Кстати, давайте возьмем. Вот я раньше его не брал, потому что минус 10% ноги. Я обычно выходил в эти правительства, когда улетаю именно, и надо было выходить быстрее. Но тут минус 10% науки, но при этом плюс 10% центры коммерции военной... А, блин, у меня в моих основных как раз этого нету. Хотя улучшение на ресурсах плюс 1 заход еще. То есть алюминий какой-то будет. Не знаю, давайте корпоративные... Да, наверное, откроем. Так, слушайте, я еще могу рабочими ускорять же... Знаете, еще вот этого... Ускорять улет. За счет королевского общества. Все, крипа летел. Но они не открыли, видите? Меня тут, и меня реально, наверное, все-таки больше волнует инк. Хотя сейчас немец может читать проекты. Но мне все равно на 100 больше. И я, в общем-то, через 3 хода ускорял. Я даже ускорялки позже раньше открою, чем проекты. Ну, чем улечу. Нет, все-таки, кажется, не получится у него культурой. Наверное, Вахин губернатора убирать. Каких там великих людей нормальных не появилось? Ну вот, может, инженер еще какой-нибудь... Если бы он был на плюс 100, может эти почитать логистику промышленной зоны пока. Так, эти много сделал. Давайте по одной. Кстати, вот сюда термоядерка 3 города убирает. Наверное, сюда надо и сюда. У немца только 3 расстояния. Ну, если он нападет, я сейчас сам не буду нападать. У меня, я ощущаю, что вполне могу победить. У меня маловато единственное, что... Хотя как маловато? 7 у меня будет космопортов. Так что нормально. В
Вполне достаточно. Так, мне уже на самом деле наука не нужна. Блин, что тут это приехало? Чё вырло? Что, она меня убила рабочего? Шопа. Запуск колонии. 4 хода. Ускоряем рабочими. Так, и берем вот это корпоративное. Ну все, берем. Да, минус 10% науки, но приятно. Так, созданию ядерной программы ядерных устройств нафиг надо. Плюс 25% для каждого. Давайте попробуем. Но минус 2 довольствия, это, конечно, будет сурово. Так, где тут ваши... Коммунистическое наследие, республиканское наследие. Давайте... Давайте еще счастье от действующих довольства и плюс жилье вот это поставлю. Нормально. 2 хода. Но не счастье... Ну, минус 2. Терпимо, как ни странно. Так, а глобализма я не вижу, да? Глобализм просто плюс к производству от караванов добавит. Блин, надеюсь, он тут меня не сильно пограбит. Не хотелось бы. Так, следующим ходом посмотрим, что там у них отправлено. Блин, а что так медленно здесь пробегает рабочий? 2, 1. Так, мне 2 проекта надо. Фу, кто-то уплыл. Видите, рабочий не добегает. Так, смотрим, что там у них. Угу. Так, я 2 проекта... Ну, надо помнить, что у Инка, например, 2 последних проекта он может просто доделать, а у Кри 100% к созданию. Есть космопорт. Давайте строителей. Ну и все, тут, собственно, я все открыл. Производство, прыжок, плюс 100 мощи против воздушных целей. Это мы перебросим. А где у него космопорты, вопрос. Блин, мне бы, кстати, в космопорт кого посадить? В Магдебург. Ну, шпион, я имею в виду. То мне сейчас начнут космопорты ломать просто.
Да, там, конечно, этот варвар не в тему приехал. Смотрите, тут у нас торговца можно. И Мали решили не дозабирать. Так, вот полетел и Инк. Мне желательно улететь вот это раньше, запустить, чем он закончит вторую. Тогда я уверен в своей победе. Кроме того, у него, я вижу пока... Давайте глянем, сколько у кого космопортов, кстати. У меня 7. Так, у Инка раз, один построен, второй строится только. Второй строится, 2 у него. То есть он будет медленно улетать. У немца раз, ну второй это малийский, 3. У немца 3. У Кри тоже 3. Ну я даже не знаю, честно говоря. Так, это у нас отвалился шотландец. Точнее, у него рассинхрон произошел. Это вообще авианосец, что ли? А нет, линкор. Так, отправили и... Запуск межпланетной экспедиции. Не пойму, я тут ощущение, что где-то нету дороги просто. Почему-то. Просто уже как бы некуда посылать. Лёша уже улетает. Так все вроде улетают. А типа ты говоришь, я быстрее, да? Ну да. У меня, правда, нету ни одного великого человека на улет вообще. Ну, я бы сказал так, что улетает Инк, потому что у него 2 человека, он сейчас вот доделывает спутники и сразу автоматом доделывает вот эти последние. Ну и что, у тебя-то уже 3, типа. Так, и что? Стопаем меня, да? Ну, а тебя некому стопать уж. Ну, как бы и у нас с тобой дружба. Как дружба, подождите. Точно дружба, а что это я? Я думал, я не заключал дружбу с немцем. Что-то странно. А вот. Блин, Кри заберет на плюс 100%. У него плюс 200% будет. Фак, не досчитал я. Не дочитал. Я так и знал, что будет на плюс 100% на самом деле. То есть один рабочий у меня получается за один ход. То есть он все заряды тратит на ускорение на один ход улета. Все города переключить на
А, только один ход можно делать, да? Да. Так и было. Ой, что же за дела? Так, давайте переключать. То есть наука мне не нужна уже давным-давно. Производство. Блин, минус 3, конечно, тяжеловато уже. Но это минус 20, да, процентов, а я получаю плюс 25. Странно, почему написано плюс 10%? А, тут нету фабрик. Вот тут у нас... Видите, плюс 25. То есть минус 10 от довольства процентов к производству, но плюс 25 от модификации. То есть я плюс 15% все равно имею. Так, слушай, так давайте я их тут поставлю, буду ускорялки рабочими делать. Сюда. Где у нас еще? Смотрю, тут два хода варными построено. Это уже бесполезен космопорт, я думаю. Ну, у меня сейчас чуть добавится денежек, потому что содержание ядерных ракет снизится на 50%. Мне надо было управление. Кстати, а у меня как тут космическая гонка? И кооперация, да. Так, через два хода. Сейчас я ускорю даже один. То есть через ход. Через ход я улетаю. Еще немножко денежков. Так. Мне главное, чтобы не поломали, блин, два. Все равно два хода. Ну, следующим ходом, наверное, я ускорю все равно. Правильно? Так, сюда ставим еще Голландию. Ну, знаете, уже между городами, может. Не знаю. Так. Просто прокладываю уже, их даже в Амстердам нету смысла, я следующим ходом все равно будет один ход. Так, а где у нас в Гронинге? Ага, вон он уже стоит. Так, ну давайте, ну электричество надо всегда, я не буду держать работников чисто, чтобы...
Вот глобализация. Плюс к производству от караванов. Не, подождите. Давайте сюда. Рабочего. Ну вот, о чем я и говорил. Видите, он сейчас может ускорить вот эти два последних просто в путь. А у меня... Ну, я быстрее, скорее всего, все-таки улечу, потому что у меня больше космопортов, мне так кажется. То есть я все-таки через ход. Я думал, следующим ходом уже это запущу, но все-таки через ход. К сожалению. Он ускорять медленнее будет, чем я. Ну вот, смотрите, линия уже Инк запустил два, он следующим ходом запускает вот эти две. На Марсе. Серёжа, тебя союз ход продлить надо. Ну так у тебя следующим ходом летит уже экспедиция Инк. Нет, у тебя следующим ходом. У меня еще два проекта нужно сделать. Ну так у тебя два ученых на... Два великих человека на это. У меня один. У тебя, во-первых, плюс 100% на скорость улета, так? Во-вторых, у тебя 750... Я же вижу тебя в Амстердаме, вот один ход. Сергей Королев, у тебя плюс 750. И Карл Саган, плюс 1500. И 100% на улетание. У меня один остался. Да я что-то зафакапил, надо было раньше лететь. Что-то типа сидел, ядерки делал. Ну, так улетел на ядерках в сторону Мали. Да, вот у Айявири красивый заповедник, конечно. 4 науки, 4 пищи, 6 производства, 4 культуры, 6 веры, 4 золота с каждой клеткой практически. А, у тебя тут 2 заповедника. А, вот в чем прикол. Так, значит. Ну что, может, закончим уже? А, мультик посмотреть. Что-то как-то медленно здесь. 120, это как-то медленно, реально, улетание. Ну, я бы тоже уже, типа, за ГГ. Ну, как хотите. Если вы точно видите, что ну, вы тут, более тут дружба, типа, да, еще с Алексеем будет у нас долго. Ну, я не знаю, какая, сколько дружба. Я так точно уже ускорялки запускаю. У меня 7 космопортов. Дружба еще раз. Ну, все, ГГ тогда. Ну, мне, конечно, чем повезло с соседями в некотором смысле. Ну да, вот мы типа затормозили просто втроем друг друга, вот это и типа не знаю зачем. Вот и дал бы Инк мне бы союз просто, вот, ну как бы, потому что ну, это гарант того, что на тебя не нападут. Я бы сидел бы дальше, развивался. А тут как бы так получилось. Ну, еще тут уран, так, 4 штуки урана всего на всю карту. Ну, было 5, на самом деле, там, утонуло. Не знаю. Еще у меня очень классная ромашка получилась. У меня так, тут река извивается. Короче, у меня были кампуса, точнее, есть, на 12. И промышленные зоны на 22, 18...
Ну, мое тоже можешь посмотреть, она тоже неплохая. Ну, у тебя только промышленная зона, а у меня... У меня промзона, ЦКшки там. Еще и на кампус, я вижу, у тебя кампус 8, а у меня 12. Ну, у тебя 26, ну, смотри, 26 и 18, то есть у меня такие же производственные площади, как у тебя получается. А ты все-таки, извините, Германия? Ладно, всем пока тогда. Спокойной ночи. Ну, какой вопрос? Я, честно говоря, считаю, что у меня вот именно даже захват китайца, не особо сыграл свою роль. В общем, на данном моменте большинство игроков вышло, осталось, по-моему, только я и Инк остался. Инк хотел посмотреть, может быть, он дальше быстрее меня улетит, ну, он так надеялся. Я просто эти прокликивания ходов уберу и включу вам уже концу. Если бы ты на ход раньше вышел, получается, в ускорение, ты бы улетел раньше. Ну да, я задумал. Я, правда, тут тоже забил как-то на производство. Я просто поставил во всех городах строиться, и там особо... У меня продолжало стоять фокус на науку, например. Караваны чисто на золото, они на производство бегали. Так что, может быть, и пораньше было бы. Фиг знает. Но я не знаю, почему так у тебя с наукой. Там получилось, даже немец раньше тебя во все это вышел. Он просто... А он наоборот, позже стал проекты делать. Потом увидел, что уже не догнать, и такой, все, пойду спать. Так, ну сейчас будет финиш. Я просто хотел графики посмотреть обязательно. Победа! Е-е-е! Напросился играть. Ура! Ну вот видите, вот тут я вышел куда мне надо и это все отрубил дальше просто. Так, количество сражений, кстати. Ну тут мы с китайцем повоевали. Это Пондмикер, что ли, у себя там зачищал? Чудес практически не стоит. Ну, это все благодаря ромашке, на самом деле, и не очень хорошему развитию соседей. Особенно это касается Китая. Если у шотландца хотя бы, очевидно, проблемы с ресурсами были, с территорией, очень все тяжело, то что китаец сделал? Зачем он так вот именно стремился первые три города, как он поставил, по реке, которые вообще ни производства, ничего не давали? Я считаю, это неверно в корне было. Ну, спасибо за игру. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!